Она посвятила жизнь науке. Ее имя известно в научном мире не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее научные статьи публикуются в странах СНГ, а монография «Зоонимия» в карачаево-балкарском языке переводится в Турции. Сегодня состоялась презентация нового труда ученого-филолога Фатимат Аркеновой «Орнитонимия в карачаево-балкарском языке. Лексико-семантический аспект». Мадина Каракетова продолжит. Она посвятила жизнь науке. Более 40 лет Фатимат Аркенова, ученый-филолог, занимается научной деятельностью. Итогом этой работы стали множество монографий, научные статьи и публикации, которые в основной своей массе посвящены карачаево-балкарскому языку. На выставке, приуроченной к презентации, можно ознакомиться с основными из этих работ, а также с другой ветвью ее деятельности – писательской. Труд, который презентовали сегодня, посвящен птицам и называется «Орнитономия в карачаево-балкарском языке». Их около 500, но я не только карачаево-балкарский. На карачаево-балкарском, русском, английском языках, чтобы дети могли какой хотят язык. И там фотографии цветные. И туда же собраны русские пословицы, поговорки, фразеологизмы, касающиеся этой темы. Перевела русский на карачаевский, а карачаевский на русский. Там фразеологизмы, там пословицы, там сравнения. Потом там есть в начале научное исследование, годами, десятилетиями научное исследование, которое я провела, сравнила свой карачаево-балкарский язык с 40 тюркскими языками на русском языке. Эта академическая работа прошла рецензирование в Москве. Презентация нового научного труда Фатиматы Аркеновой проходила при полном аншлаге. Пришедшие поздравить известного ученого-филолога с успешным завершением еще одного большого исследовательского труда говорили о значимости этой работы, бесценности для сохранения и развития карачаево-балкарского языка. Фатима является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Она заслуженный деятель науки карачаево-черкесской республики. Уже эти звания говорят о том, что у нее есть значительные заслуги в развитии языка знания. Фатимат Аркенова создала 8 монографий, 4 из которых изданы, 4 еще в процессе редактирования и утверждения. Орнитонимия в карачаево-балкарском языке является своего рода продолжением предыдущей ее монографии «Зоонимия в карачаево-балкарском языке», которая, кстати сказать, переводится на турецкий язык. Выступающие отметили, что исследования Фатиматы Аркеновой в области филологии активно стимулировали рост отечественной лингвистики, подняли авторитет региональных тюркологических исследований. Она внесла существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарского лексикологии. Фатимат Аркенова имеет заслуженное звание, награждена множество раз. Этому также была посвящена одна из выставок, приуроченных к презентации книги. Фатима Бахаратовна провела очень серьезное исследование, и которое, я думаю, будет оценено по заслугам, и в дальнейшем это будет такое основное, важное, прикладное значение приобретет ваша работа. Как рассказала сама автор презентуемого труда, все ее работы направлены на восстановление, развитие и сохранение родного карачаево-балкарского языка, который находится на грани исчезновения. И признается, что сегодня, видя гостей презентации, она испытывает неописуемые чувства. Мадина Каракетова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.